Пришли мы в гости как-то раз к нашему любимому заказчику, а он и говорит: «Посмотрите станочек, у нас на нем сменные инструменты зависают». Смотрим, и правда зависает. Пробуем достать вручную инструмент из шпинделя, получилось только с третьего раза. Смотрим на цангу штревеля, странно как-то открывается, будто бы не в полную амплитуду. Лезем на станок, смотрим на бустер, пневмогидравлический нагнетатель который, а маслица в колбе нет. Ну все понятно, масла нет, давление тоже, тарельчатые пружины продавить бустер не в силах, соответственно и открыть цангу штревеля. Заливаем маслице, все заработало в штатном режиме. Готово, можно идти пить. Как-то коротко получилось. А вот вам еще история. В общем, снова зависает периодически смена инструмента, однако с открытием цанги штревеля все в порядке. С датчиками обратной связи, отвечающими за детектирование положения цанги, тоже все ок. Покопали инструкцию, видим совет. Отрегулируйте тормоз. Ну, логично. Абразивная составляющая должна быть стерлась, и зазоры необходимо отрегулировать. Демонтировали мешающие элементы. Увидели, что исполнение тормозной системы отличается от представленной в инструкции. Ну, не в первый раз. Используя в совокупности методы итерации и научного тыка, отрегулировали тормоз, после чего проблема ушла. Ну прекрасно, все заработало, можно идти пить кофе.